Всем привет! И в этом видео снова распаковка. Купила пробки. Какие же пробки мне пришли, не терпится их открыть. В этом видео странная распаковка. Для меня первый раз. Я распаковываю только две пробки. Их только две. Новая медоварня. История продолжается. И Хайнекен безалкогольная, новинка этого года. Новая медоварня, история продолжается. Вот такая красивая новая пробочка. Никогда ее не встречала и решила сразу приобрести, несмотря на все расходы, поскольку я приобрела две пробки, каждая из них стоила 5 рублей, и за отправку 80 рублей. Кажется, дорого, но это не такая большая сумма, чтобы заполучить две интересные пробки в коллекцию. У меня есть другая пробочка новой медоварни. Вот, с названием «Медовуха». Они очень похожи, но они разные. Будет такая разновидность. Это очень интересно. Хайнекен безалкогольная. Вот такая красивая. Она целая, ровная, без царапин. Замечательная, чистая пробка. Это меня радует, чтобы добавить такую пробку в коллекцию. Это новинка этого года. И вот обычная пробочка безалкогольного Хайнекен. Их очень много у нас в городе. Новая медоварня «Медовуха». Новая медоварня «История продолжается». Хмельной мед «Медоварус». И «Медоварус М». Вот такие четыре пробки из серии «Медоварня», «Медоварус» либо «Мед» у меня есть. Других у меня нет. На пробке есть следы ржавчины. Вот, их немного. Также она грязная на юбке. Здесь очень ржавая и отсутствует уплотнитель. Не знаю, по какой причине, может быть, ее равняли. Но я считаю, что нельзя добавлять в таком состоянии пробку в альбом из коллекции, поскольку ржавчина может перекинуться на соседние пробки. Конечно, это очень заморочно, но все равно я ее обработаю перед тем, как положить в альбом. Я использую нейтрализатор ржавчины. Вот здесь я его уже добавила. Обязательно в стекле и отмочу несколько минут, может быть, минут 20. Ржавчина должна сойти, поскольку я вижу здесь ржавчину только на краске. Она отмоется. Здесь попробую снять ржавчину. У пробки не было вот этого уплотнителя, я нашла ей донора. Ржавчина идеально счистилась. Вот, пробочка стала как новая.